Но ты ж не дойдешь до нас, как ты дойдешь? Алис, пойду. Попробуй. Давай, зайди. А! Ну, сразу! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пика, Тимончик, Скелетон, пацанчики, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Сегодня мы играем в Гаррис Мод, самая крутая рубрика на канале «Аниматроники пугают охранника». Пика будет сегодня у нас злым аниматроником, а мы с пацанчиками должны будем выжить. Если петь и кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Построили то, что вы больше всего любите. Это бабушкины калитки. Ребята, смотрите, что у нас есть. Мы теперь можем электрошокером бить аниматроников. Вы чё творите? Мощь! А как мне к вам подойти, алло? А ты не можешь подойти никак? Так я не... если я подойду, то вы меня просто... Не, не бойся. Так, пацаны, выходим. А! Ё-моё, это что там? Поцеловались друг другом. А я потом просто закрылся. Я ждал, пока вы откроете. А, так ты хитрый. Так, закрывай, закрывай, отключаем. Закрываем. Так, все отлично. Ах ты хитрый. Стой, закрывай, закрывай. Есть, есть, я успел, ребята, смотрите, защемил. Кстати, в этот раз мы поставили два. Что? Вот так, значит. А, у нас сегодня попался такой аниматроник, да? Так, все, выходи, подлец. Так, отжимай, отжимай кнопку и нажимай красную, все. А теперь попробуй, ты ее сможешь отодвинуть или нет, мне даже интересно. Я хочу крутить. Вот это мощь, пламя такое идет, а ну давай. А, не сможешь, все, ребята. Потому что немножко пролез ногой. Нет, 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 не хватает ее мощи. Так, берем электрошокер. У нас не только электрошокер, у нас сразу много оружия. Отключаю. Отключаю. Все, отключил. Выходим. А он стоит. Он хитрый, он стоит здесь. Ты что? Нельзя. А я же еще та крыса. Я успел! Иди сюда! Я тебя буду бить током! А ты мне урон не нанес? Вот он. Наносится урон? Нет, он мне не нанесло через стенку. Ты не успел попасть. Отключаем. Включаем! Есть! Давай, бей! Его током! Так, осторожно. Дима, в чем еще прикол? Ты других еще там бажишь. Да? Подожди, можно я других возьму? Я других. Да, любых можно. Так, давайте, короче, я выйду, покажу подписчикам эту карту. Я спрячусь пока что. Ты спрячешься? Хорошо. Пацаны, короче, сейчас будет, берите электрошокер, я его все попробую пригвоздить, а другой будет его мочить. Так, если... А ты? Что ты? Что ты наделал? Я чуть не обосрался. А я крыса что-то, я же говорил. У тебя получается. У тебя получается. Присядь, не чай. Нет. Есть, пацаны, его пригвоздил. Нет. Отлично. Блин, читерское оружие. А теперь мы возьмем... А какое мы оружие возьмем, чтобы его убить? Нет, это не то... Сейчас. Вот у нас есть. Да. Ай. Что-то жизнь немедленно тратится, да? Да, вот так вот тратится медленно. Ой-ой-ой! Сдохни! Ты, блин! Блин, классно, добавили кучу оружия нового, добавили эффекты на графику даже мы. Теперь смотрите, какие взрывы. Смотрите. Медленного возьму, чтобы по-честному было, то я, блин, надо. Да-да-да. Смотри, какой взрыв от гранаты. Смотрите, какой эффект добавил. Смотри. Я буду челепистиком. О, прикольно. Вы видели, в конце еще такой эффект есть? Сейчас далека покажу. Смотрите, ребята. Я буду челепистиком. Вообще круто. Ты челепистика взял маленького, да? Да-да. Я маленький. Ай! Я понял, надо сидеть, короче, у себя в офисе. Ты не дашь нам, да, нормально, Соня? Хорошо. Да, потому что... Так. Я же аниматроник, я люблю убивать. Я буду потом съедать. Да, нам сначала в офис зайти, хорошо? Съедальщик арбузов. Я тут постою. Карта классная. Он там, он. Я...
Чисто там делал, я же знаю. О, я двери могу закрывать. Воу, вот это мы там нафигачили. Смотрите, ребята, что я делаю. Классно добавили графон, раньше этого не было. Прям расплывается слизь, смотрите. Не убивать вас, но ты ж не дойдешь до нас, как ты дойдешь? Алис, пойду. Попробуй. Давай, зайди. Ну, сразу! Хорошо, хорошо, я проверил, видишь? Смог. Так, я рядом в нашем офисе. Я очень маленького взял, но он очень маленький. Я маленького взял, но он очень маленький. Дима, открой, он идет. Давай, быстрей. Закрывай. Закрыл, отлично, ребята. Вон он идет. Где? Он кексик. Блин, надо вот это, знаете, оружие, которое у меня убрать. Кексик! Здравствуйте! А я в гости. О, ребята, кто помнит оружие черное очко? Мы его скачали. Это самое жесткое оружие. Я на твоем месте бы отошел. Да не, я не. Вот это жесть! Вот это мясо! То, что вы больше всего любите. Черное очко. Ах ты, злобный тварь! Хорошо, хорошо. Все, выходи, мы с тобой не дружим. Я обиделся. Ай. Вот это гахнул, неплохо. Так. Знаешь, какое оружие бери? Вот этот револьвер. А, который пули отталкивающие, да, стреляет? Да. Ты... Правой кнопкой мыши можно сразу все патроны. Да. Я вот этого аниматроника возьму, Боня, он мой любимый. Побежали. Ах ты, блин, я не успел стрельнуть, представляете? Да, бутылки. Так, а где... Во, я взял взрывчатку мощную. Эй, сюда не стреляй. Так, я тебя пускаю, давай, заходи. Тима, ты знаешь, что забыл еще сказать? Да. Ты забыл сказать, что мои подписчики поставили очень много лайков. Так. Мы сняли пасмофобию, подписались, поставили колокольчик и написали очень крутой комментарий. Что за оружие такое? Если будет много лайков, то может выйдет видос. А я тебя не убил? Смотрите, как шары классно летают. Такое ощущение, что графон улучшили прям намного. Так что с помощью модов можно улучшать графончик в играх. Я вот не знаю, кого мне взять. Черное очко. Я знаю, кого я хочу взять. Ай. Офигеть, как ярко. А где? Ну-ка, блин, я чуть не могу из этого... из Security Breach найти. Где? А, я их удалил. Тебя не убило, нет? Нет, я живой. Иди сюда, мой сладкий. Где? Фредди. Посел в зепу. Так, надо брать электрошок. Не, черное очко самое лучшее. Бежи, Димка, бежи. Я сдох. Тебя убили? Да. Отлично, ребята, молодцы. Молодцы. Мы его зажали в комнате охранника, и я настрелял. А, мы ему ловушку сделали, да, получается? Да. Сейчас. Вот такую вам ловушку сделаю. Ого, оружие прикольно. Это у вас идея. Эффекты, да? Прикольно сделано прям. Так, где это челепиздрик? Вы оружие запаслись, пацаны? Я вас слышу, он бежит. Да я не успел нажать, доли секунды, представляете? Прям доли секунды. А то стоит. Так, пацаны, давайте, открывайте. Давайте, вы где? Я вас жду в гости. Отлично. Чайку еще я вам. Отлично, дам. Ребятушки. Будем бороться максимально сильно, как можем. А вы выходите или нет? Отлично. Все, не ходи туда, главное, не заходите никто. Да, еще. Мы тебя отлично. Ждем. Пора на корточках тут проходи. Проходите на корточках, в офис идем. Давай, осторожно. Скелетончик, давай.
что вы тут осторожно сделали? Заходи, что заходи. Вы... Все, заходи. Он идет. Ай. Закрыто, закрыто. Мы успели. Тварь, на, попей. Ого, оно жахает. Ой, пацаны, что-то загорелось у нас тут. Да, ничего. Да ладно, ну не гори. Ну офис, ты не гори, пожалуйста. Твою мать, все загорелось. Огнетушитель. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, мы же скачали огнетушитель. Мы теперь можем любую пожару ай потушить. Я этот. Все, выходи. Пацаны, я знаю, что надо против него оружие какое брать. Ого, эффект да от этого. Нет, ты не тот берёт. Я буду горячим матрочком. Я иду, пацаны, за ним. Отлично. Ай. Я вышел на охоту. Получается, нет, это серия там, где будет, получается, охранники пугают аниматроников. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. А, все, я с тобой шутил. Я с тобой шутил. А все, я тебе... Ребята, настолько злой, насколько это возможно. Мочим, мочим его. Сейчас, Дима, отойди. Что вы творите, психопат? А ты где? Черная бирка! Ой-ой-ой. А я че ли пизрик? Вы его видите? А вы не найдете меня никогда. Найдем. Ты маленького взял? Да, запускай, да, запускай. Красавчик. А, я не засосала. Красота. Я не засосала. Не засосала тебя. Да. Так, ты зафигел? Что за аниматроник попался? Смотрите, какая серия у нас. Я хочу тебя мочить, а не ты меня. Он был самый мелкий, но он был, короче, мелкий. А, вот так, значит, да? У него жизни много, я увидел. У него жизни много, не 700, как должно быть, а 7000. Дима, если он по-жесткому играет, то пусть подойдет ко мне. Я его сейчас убью, пацаны, не расстраивайтесь. Я за ним слежу. Ну что, последние твои слова. Это было? Это была Дима, смерть. Советую отойти оттуда. Дима, советую отойти оттуда. Сейчас на всякий случай убью тебя еще раз. Сейчас полетит жесткое. Давай, лети. Полетела. Так, давай, битва у нас аниматроником. Где ты? Ребята, ждем. Не знаю, где я. Внимательно я ждем. Знаю, я за тобой слежу. Последние твои слова. А, чего? Где? Не в ловушке. А, я же дверь могу открывать. Ай, тут горит, тут горит. Опа, где горит? Я там, где горит. Тимончик. Где ты? А, я слышу, где? В туалете спрятался? Да. Нет, жалко. Нет. Ой, блин, извини. Ай, перепутал своего с чужим. А, я знаю, правой кнопкой мыши она жестко фигачит. Нажимай. Нажимай. Ах, не ё-моё, ну что ты урод такой, а? Я просто самый жёсткий аниматроник. Да, закрывай. Так, Грёна, ты самый классный. Ребята, если вам нравится такой аниматроник, ставьте плюсик в комментариях, значит, мы в следующий раз возьмем его же. Только мы будем с Серёгой вдвоём и его наказывать. Так, все, закрываемся. Закрываемся, он к нам не зайдёт. Не зайду, значит. Не зайдёшь, не зайдёшь. Опа, а чё там, что ли, у вас взял? Я жертвую всеми нами. Есть! Ты нас убил, не мы! Что? Как это ты нас убил? Все белое. Ничего не видно. О, дверка сломалась. Дверь отвалилась. И еще взрыв. Тебя чё не убивает? Потому что у меня 6000. Да чё не убивает? Потому что я меленький, ещё тут. Давай, подходи. Ага, сейчас. Это очень круто. Смотрите. Карта малюсенькая, а взрыв мега. Ай! Ты вулкан взорвал! Да, смотрите, как красиво!
Там карты не видно просто. Цельный кусок олова. Ой, лавы. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Как всегда, взорвали все.